Производитель игрушек в Испании решил выпустить к Рождеству актуальные игрушки. В свете пандемии коронавируса он придумал куклы в масках, а также игрушечные тесты на COVID для пупсов. Директор компании говорит, что новая продукция начала пользоваться большим спросом. Когда началась пандемия, мы заметили, что дети всегда пытаются повторять за взрослыми. Они хотят надевать на свои куклы маски. После этого мы решили сделать куклу с маской. И это всем понравилось. Дети берут пример с Нэнси. Очень важно, что она в маске. Также это делает ношение маски более нормальным явлением для детей. Продавцы в магазинах подтверждают, новые игрушки вызвали ажиотаж. Дети приходят, чтобы найти Нэнси в маске и тест Белли. Они продаются очень хорошо. Прекрасно. Это отражает время, в котором мы живем. Если маски обязательны для нас, то дети тоже начинают надевать их на свои куклы. Это соответствует реальности. Дети привыкают к положению в обществе, куклы должны это отражать. Между тем, один производитель в Португалии разработал детский набор из 15 разных занятий. Они включают изготовление маски и щитка для лица, а также мыло в форме звезды.